Скажите, пожалуйста, ваш прогноз по поводу освобождения Юлии Владимировны? Она будет в Вильнюсе? Ну, понятно, что будет. А когда? Вот как вы оцениваете обстановку? Вам в Киеве виднее? Внутренне, если брать логику политическую, доцильность, ответственность и многое другое, ее выпустят до ноября. А если брать логику прошлого президента? Полное отключку отсутствия мозгов, то они доведут до гражданского переворота. И не ради Юли. Это вы имеете в виду ради соглашения об ассоциации, а не его? Потому что если они не подпишут Европейскую ассоциацию, уже в ноябре-декабре бюджетники зарплату получать не будут. Спасибо. Но они сами скажут.